У меня в жизни все отлично. Нет, я серьезно. Живу я в Москве, работаю в суперском ресторане. Стал встречаться с новой девушкой Сашей. Она общительная, красивая. И вообще у меня все хорошо. Доброе утро. Доброе. У меня для тебя сюрприз. Еще один? Крис мне дала 2 путевки на Кипр. Так. На эти выходные. Она сама хотела полететь, но там что-то не получилось. Полетим вместе. А там красивые девушки в сексуальных купальниках будут? Я не понял, что это за изба-читальня на моей кухне? Виктор Петрович, этот человек гений. Вот смотрите, лесной омлет по-булонски. Возьмите 4 перепелиных яйца, 2 печеных каштана. И выбросите все это в помойку. Это всех касается. Между прочим, эти книги Кристина раздала и просила ознакомиться. На кой хрен? А на тот хрен, Виктор Петрович, что завтра Вальдемар Барани дает мастер-класс в нашем ресторане. Он всего лишь 2 дня в России. Я потратила кучу бабок, чтобы заманить его сюда. Нам нужен пиар, Витя. Ознакомься, пожалуйста, с творчеством французского гения. Твой экземпляр у тебя в кабинете. Вот почему я так не хотел туда идти. Как чувствовал, что там нагадили. Пардон, не смотрю. А чего не на работе? Мы во 2-ю смену. Ясно. Слушай, Костян, ты не видел мой загранпаспорт? Просто Кристина предложила Сашу 2 путевки на Кипр. А если паспорт не найду, могу пролететь мимо такой халявы. Блин, походу я загранпаспорт у Вики забыл. Так а ты позвони и спроси, где он. Если она, конечно, не выбросила его еще. Костян, не тупи, кому я сейчас позвоню? А нечего было ей изменять. Слушайте, я вам говорил, что это не я изменил, это она мне изменила, то есть она тоже. У меня же есть ключи от квартиры. Ресторан «Клуб Мане», добрый день. Здравствуйте, а пригласите, пожалуйста, Викторию Сергеевну к телефону. Да, конечно, минуточку. Она на работе? Все, круто, пока. А где у нас Виктория Сергеевна? А у нее сегодня выходной. Угу. У Виктории Сергеевны... Да? Виктор Петрович, там... Война началась. Вальдемар приехал. А? Не хотите встретить? Хочу, но не могу. Хлеб-соль дома забыл. Я Кристина. Bonjour, Кристин. Здравствуйте, Кристин. Очень приятно, проходите. Merci. Проходите, знакомьтесь, это команда моих поваров. Faites connaissance, c'est l'équipe de mes cuisiniers. Enchanté, c'est garçon formidable. Очень приятно, отличные парни. Интересно, это фраер из самой Франции на машине сюда приехал. Не беспокойтесь, Мария, я сам отвечу. Ну, во-первых, этот фраер прекрасно понимает по-русски. А во-вторых, эту машину мне подарил ваш местный олигарх за персональный ужин. Ну, как после этого не приезжать в Россию? А вот здесь можно раздеться, Вальдемар. Вот, Вальдемар, проходите, это наша прекрасная кухня. Ну, что ж, вполне. У меня почти такая же в пригороде Парижа. Ну, разве что чуть-чуть больше. Ну, чтобы готовить, и такой достаточно. А чтобы книги писать, конечно, маловато. А это наш шеф-повар Виктор... Петрович, сколько лет? Витя! А, класс! Слушай, вижу, у тебя все в порядке, опять на кухне, опять правишь. А? Я вижу, вы знакомы. Ну, не просто знакомы. Виктор Петрович мой первый шеф, мой учитель. А теперь ученик приехал дать мастер-класс учителю. Надо купить тетрадку для конспектов. А, Вальдемар, пройдемте в зал, посмотрим, где лучше поставить оборудование. Потом поговорим. Программа «Ищу тебя» закончилась. Работайте. Что ты здесь делаешь?
Не пишешь писем, не отвечаешь на СМС, берешь трубку. Ну, потому что мне тебе нечего ответить. Ну, так бы и ответила, что нечего ответить. Какой у тебя романтический полумрак. Кого-то ждешь? Шторы еще с утра не открывала. Игорь, а что ты хочешь от меня услышать? Почему мы не можем быть вместе? Ну, потому что я не люблю тебя. Этой причины достаточно? До сих пор сохнешь по своему поваренку. А это тебя уже точно не касается. Ладно. Жди, когда твой малолетка к тебе вернется. Так. Я не понял, у вас было или не было? Шеф, чего вы не сказали, что знаете Барани? А я и не знаю Барани. Я знаю Володьку Баранова. А это кто? Дед Пыхто. Лев, ты тупой или прикидываешься? Этот ваш Вальдемар еще 5 лет назад был Володей Барановым, моим су-шефом в Париже. Потом эта неблагодарная скотина списала на меня недосдачу, подставила меня перед хозяином и благополучно заняла мое место. Теперь всем понятно, почему между нами такая любовь? Ты вообще в себе? Что было? У кого? У тебя с Игорем. Откуда в твоей голове взялась эта буйная фантазия? Как я сам видел. И ты подумал? А что я мог подумать? Что вы в доктор играли? Макс, это тебе доктор нужен. Виктория Сергеевна, вы ради бога извините нас. Дима просто расстроился, что Кристина забрала у него ресторан. Я расстроился, что не смог его купить. В общем, мы так расстроились, что немножко перебрали. А, и Диме стало плохо немного, прямо в такси. И на себя, и на меня, и даже на таксиста. Ну не парься, Викуль, не парься. Мы сейчас простерем и уедем. У тебя же машина с сушкой. Угу. Прекрасно, замечательно. Мы мухой. И все. Значит, хорошо. Что хорошо? Ну, то, что ты с ним... Ну, в смысле, не с ним, а я... Черт, как все запуталось. Вик, что нам делать? Да нет никаких нас. Есть я и ты. И я хочу, чтобы ты ушел. Подожди, я не... Долго меня. Я не хочу, чтобы не уходил. Я... Да. Можно побеспокоить? Если я скажу нет, ты уйдешь? Ви, ну сколько можно ворошить прошлое? Пока ворошилка не сломается. А может направить эту энергию в мирное русло? Хочешь отправиться из этой псевдо-Франции в настоящий Париж? Тут один мой знакомый ищет себе шефа в свой новый ресторан. Я серьезно. Могу замолвить словечко. Вальдемар, вы здесь? Я вас потеряла. О, простите, Кристина. Не мог отказать себе удовольствие пообщаться со старым другом. А вы в курсе, что устроил ваш старый друг, когда узнал про мастер-класс? Да что бы на моей кухне готовил какой-то француз! Да никогда... Ты смотри, как прессует мужика. Вот коза. Господа, было приятно познакомиться. До завтра. Пройдемте.
Шеф, может убить его, а? Кого? Ну, барана этого. Или хотя бы машину ему покоцать, чтобы жизнь ему бешамелем не казалась. Да. Оставьте Володьку в покое. Узнаю про какую-нибудь пакость в его сторону, будете у меня до конца дней на заготовке стоять. Эх, сломала мужика Кристинка. Ничего. Мы еще посмотрим, кто кого. Как думаешь, Аркадий, не пропил я еще талант, а? Нет? Я тоже так думаю. А может, действительно, махнел в Париж? А? Это значит, что ты меня простила? Это значит, что я дура. Дала волю эмоциям. И что дальше? Ничего. Макс, ты мне изменил. Я бы много могла простить, но не это. Уходи. Ну и... Нет, тема закрыта. Уходи, пожалуйста. Ладно. Но мы еще не договорили. Я еще вернусь. Дамы и господа, я рада приветствовать вас на мастер-классе гениального парижского шеф-повара и писателя Вальдемара Барани. Господа, только я не буду много говорить, а то вам будет неинтересно читать мою книгу. Сегодня хочу представить вам свое любимое блюдо. Это рулет из оленины с брусникой и с грецкими орехами в соусе валуа, который уже свел с ума гурманов Парижа. Но мне понадобится помощник. Виктор Петрович, не окажете любезности? Олег, плезир, месье. Наш шеф-повар только что стал су-шефом. Ну, как говорится, когда мужчины готовят, лучше им не мешать. Ты смотри, а? Хочешь шефа публично унизить? Гаденыш. Урод. Кондомный. Ну? Полностью согласен. Значит так. Предлагаю продолжить войну 812 года. В смысле? В смысле французов снова будем бить. Я не шеф, мне эту французскую рожу не жалко. Луи, без обид. Он для меня русский. Блин, Костян. Короче, у Вики с Игорем ничего не было. Это значит, я идиот. Бывает. Блин, надо его сандвич с тунцом брать. Надо было у Вики прощения просить, а не с Сашей зажигать. Так ты с Сашей все теперь? Да не знаю я. Понимаешь, с Викой все очень сложно. С Сашкой все так просто. Но, наверное, надо с Сашкой заканчивать. Наверное. Здорово. О, привет. Будешь? Не, спасибо. Привет. А что ты на француза не смотришь? А зачем мне француз? Мне киприот скоро будет. Сашка. Мне надо с тобой поговорить, короче. Мне тоже нужно с тобой поговорить. Только не здесь. Саш, ну ты скоро? Я вообще-то поговорить хотел. Заходи, поговорим. Как тебе? Секси. А по ним я буду на Кипре. Ну, потом без него. Иди сюда. Ай, шайтан. Без батарейки работает. Айнура, не трогай, пожалуйста, шары Ньютона. Я их купил племяннику. Пусть этот уважаемый Ньютон свои шары будет в шкаф складывать.
Вик, я тут... А француз там? Уже началось. Тогда я пойду. А сейчас мы добавляем сюда курагу, чернослив, ядра грецкого ореха. Все это дело сворачиваем. Вуаля! Осталось только отправить в печь. Позвольте мне отнести этот полушедевр в печь, чтобы он стал окончательным шедевром. Франция меня купить хотел. Думал я ему за это шефство буду хвостом вилять да тапочки приносить. А вот хрен тебе с уксусом, господин Баранов. Виктор Баринов не продается. Вот так лучше. Вот так лучше. А вот так совсем хорошо. Ну что там? Горизонт чист. Петь, может, не надо, а? Вдруг сигнализация сработает. Не сработала. Не успел сигнализацию обзавестись. Ему же хуже. Нас заберут в полицию. Нас посадят в тюрьму. Господи, Луи, подлец пишется через О. Не извинительно, я не русский. Вы все сумасшедшие. Ну что тут у вас? Готово? Не, погоди, не готово. Как шеф нас говорит, с хорошим соусом можно и резину съесть. Ну-ка, отвернись. Сейчас я ему в салон соуса добавлю. Ну-ка, долбани по стеклу. Сергеевна, я хотела вас предупредить. На выходных меня не будет. Я Кристину уже предупредила и отпросилась у нее. Хорошо. На Кипр летим. С Максом. Ладно, я пойду. Нужно собрать еще чемоданы, а самолет уже в 11. А где Виктор Петрович? Не знаю. Хорошо, рулет мой готов? Не знаю. Слушайте, а вы еще какие-нибудь слова, кроме «не знаю», знаете? Знаю. Другие слова. Подлец, Иуда, предатель. Нравятся вам такие слова? Понятно. Значит, Витя вам свою правду уже рассказал. Как я своего учителя под монастырь подвел, место его подло занял. Вот именно. Слушайте, а хотите мою версию послушать? Вы ведь су-шеф, вы поймете. А я все-таки расскажу. Меня тогда Володька Баранов звали. Я был влюблен в кухню. И Виктор Петрович. Он не был моим учителем. Он был для меня богом. Но только этот бог очень любил выпивать в рабочее время. И в казино до утра посидеть. В общем, как-то просидел он там 10 тысяч евро. Ресторанных. Мы на них тогда должны были камчатского краба покупать. И вот когда стал вопрос, либо увольнение всей команды, либо правда, я сказал правду. Витю уволили. А я для него навсегда остался Иудой, предателем, подлецом. Спросите меня, жалею ли я об этом поступке? Да. Поступил бы иначе? Нет. А вы как поступили бы на моем месте? У вас рулет приготовился. Ну да. Ну вот мы и дождались. Фирменный рулет от Вальдемара Брони готов. И сейчас мы его попробуем. Господа, хочу сказать буквально пару слов. Это блюдо в свое время придумал мой учитель. Гениальный повар. Виктор Петрович Баринов, шеф-повар этого ресторана. Которому я обязан всем. С
Сейчас вы все попробуете это блюдо и поймете, почему я считаю его гением. Ну, такой странный вкус, да? Может быть, это из-за чернослива? Ну, такой фьюжн. Что фьюжн? Сплошной уксус. Дорогие друзья, к сожалению, мне пора в аэропорт. Но прежде чем я уеду, мне хотелось бы сделать небольшой презент своему учителю. Виктор Петрович, в знак уважения и признательности, вот ключи от моей, а теперь уже от вашей новой машины, которая ждет вас у служебного входа. Алло. Макс, привет. Я уже почти готова, и чемодан тоже. Ты как? Я? Да, все. В смысле, я нет. В смысле, в процессе. Ладно, собирайся и заезжай за мной. Целую. Да, да, аналогично. Макс, я думаю, нам все-таки нужно поговорить. Ты можешь приехать сегодня ко мне? Сегодня? Или ты занят? Как раз сегодня я абсолютно свободен. Хорошо. Буду ждать. Да. Удружили защитнички. А все-таки Вальдемар хороший человек. Да, если он хороший, значит я плохой. А я неплохой. Или плохой, Лёва? Хороший. Только ошибки свои с трудом признаете. Шеф, ну я типа все отмыл. Ну, можно, конечно, одеколончиком еще для верности побрызгать. Я тебе брызну. Давай три. Скус. Мы часто ссылаемся на судьбу, которая как будто бы что-то за нас решила. Но правда в том, что мы сами выбираем, жить ли в мире иллюзий, рожденных нашими обидами и ошибками, или оставить прошлое и двигаться вперед. Иногда этот выбор сделать очень просто. Здравствуйте. Пиццу заказывали? Нет. Хотя чаще бывает наоборот. Наконец-то, заходи. Привет. А вещи где? Слушай, Саш, ты извини, но на Кипре я с тобой не полечу.